Ой, блядь, куда? Стой. Давай. Да, необычное начало видео. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами Ленчер Бип. И сегодня мы будем продолжать проходить такую игру, которая называется Supermarket Simulation. О, да. Значит, прошлое видео вам не понравилось. А если вам не нравятся мои видео, я их продолжаю снимать. У нас здесь пустые полки. Вот, значит, нам нужно постепенно расширяться. У меня есть свой план бизнес. Я взял кредит и взял, ну, достаточно неплохой кредит в тот раз. Потому что мне было тупо лень проходить игру. Ну, давай всего понемножечку вот так вот аккуратненько на $73 закупимся. Подожди. Так, ладно, убираем тогда муку, она самая дешевая, и убираем. Все, у нас нет денег, и так, возьмем коробочку. Вот сюда у нас, тут у нас будет стоять маслица, коробки пока будут тут. Ребят, нужно копить на склад, То есть, ну даже вот такое вот, казалось бы, маленькое помещение, но склад вот прям необходим, край. Да, я сразу скажу, что я смотрел прохождение этой игры у других блогеров. Я, в принципе, знаю тактику прохождения, но у меня, естественно, будет своя тактика, не похуже, чем у других блогеров. Ну, давай эту полку займем и, наконец, откроем магазин, потому что у нас ничего интересного больше не может быть, кроме как... Что? Блядь, не понял. А почему так резко стало темно, а? Почему так темно-то стало резко? Это баг какой-то? Ух, нихера себе, я ничего не вижу. Так, банк, нет, бля. Найм. Да, развиваться нам нужно, блядь, счета оплатить. Аренду, ёпты! Блядь, я не хочу оплачивать аренду! Заходите ко мне, заходите, магазин! Ладно, давай пропустим день, вот, понятно, да. Ладно. Заходите, все открыто, все, заходим. Так. Да, у нас пока тесновато. Я не хочу здесь никакую перестановку делать, потому что мне и так все нравится. Меня все устраивает. Разве что, знаешь, что я хотел? Вот эту вот штуку, кассу, подвинуть чуть сюда. Хотя, в принципе, нормально. Так, нам нужен склад. Ждем клиентов. А пока что покопаемся здесь. Давай зайдем с тобой в маркет и посмотрим. Нет, подожди. Давай зайдем с тобой в лицензию и посмотрим, есть ли там презерватив на будущее. Все-таки мы же будем продавать. Опа, я уже видела, ладно, потом посмотрим. Здорово, мужик. Так, у тебя карта, пятерик. Так, есть. Возьми чокпик и возьми хлебушка. Ух, нихуя себе, ты сразу два взял. Так, без дачи. Блять, пошел, сука, а. Блять, я из-за него застрял. Что мне делать? Я застрял из-за него. Подожди. А, все. О, еще один мужик. Неплохо, ребят, неплохо. Ой, масло, дорогой, вот пидорас, ой, сука, дорогое масло. Иди нахуй, слышишь? Дорогое ему масло. Блядь, 95. Блядь, подожди, вот так? Вот так? Ой, я не умею считать, ребята. Не умею считать. Вот, подожди, вот. Круглые цены мне не нравятся. Да, я видел, что... Ой, я немножечко еще сейчас не могу заспидранить. Блять, положи на место. Ой, какой же я нуб. Ой. Вот так, все. Какой же я нубик. Так, давай чуть-чуть понизим цену, ладно. Так уж и быть. Поставим 5. Допустим, 77. Пусть у нас будет такая... Вот ты, сука, ты бесплатно... Подожди. Блять, я забыл цену выставить. Так, все, иди нахуй. Я ставлю 3,50. И то это мало. Я бы поставил бы сразу 10. Так. Давай, вот, уже стали покупать. Наконец-то карточка, 8,99. Есть. Хлебом только одним питается. Ну, правильно. Правильно. Подожди, 14 ему нужно? Бля, ну, я не умею быстро считать пока что. Пока вот так вот. Я еще не наловчился, ребята. Ребята. Нам нужно развиваться с вами. Так, 12. Блять, а можно? А, да, можно на клавиатуре. Enter. Отлично, я все мышкой делал. О, спасибо, давай. 7, все, отлично. $63, неплохо для начала, ребята, развиваемся. Так. Так, он купил чек-пик этот. 3,50. Бля, сейчас. У меня точка не ставится, а все, поставилось. 3,50. Да, я пока медленный, я нубик, но ничего, будем развиваться.
Ладно, давай продадим, что ли, все. Пока что все будем продавать. По низким ценам, в кавычках. Ну а, ну а хули, блядь, пусть покупают. Вон масло сколько взял. Смазочку. Ладно. Без дачи? Без дачи. О-ху-ху. Пожалуйста, карточкой. Вот ты, сука, я ненавижу. Ну, неплохо. Давай посмотрим, что у нас на компе. Так, так. Так, так, так. Блять, нету. Нету презервативов. Нету. Сука. В каждом магазине, я считаю, он просто обязан быть. Так, ко мне кто-то пришел. Ух ты ж, бабка какая-то. Ладно, давай пока закажем по одному. Пока один-один, вот, вот так вот, пока минимально. Просто закупимся. Ой, бля, это... Ладно, сейчас, бабка. Давай, бабка, сюда. Быстро. Вот, молодец, 13. Давай, все. Отлично. Теперь покупаем. Мне не жалко, пока тратимся, пока тратим. Быстренько все раскладываем. Вот у нас мучка подъехала. Вот у нас за $5 мука, я считаю, достаточно приличная такая цена. Недорогая. Хлебушек вот так вот выставим мы. Коробку мы пока что выкинем. Вон там мужики уже скопились. Так. Чок-пик уже есть. Давай его вот так вот поставим аккуратненько. Вот уже очередь копится. Надо расширяться, ребят, надо расширяться. Ставим лайки, подписываемся на канал. И все будет заебись. Так. Извините, ребят, дайте я еще одну пасточку положу. В очереди там стоят. Давай, давай, я сейчас быстренько. Ладно, мы потом выкинем. Ой, блядь, блядь, как... Ой, ой, как бросить? О, все, 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 давай, ставь, все, все. Так, пакетик вам нужен? Так, 3 $, 3.50. Сколько? Ебать, спасибо. Так, 10. Давай, 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 давай. Спасибо. 16.54. Блядь! Блядь! Yes. Пока что пусть в темноте будут. Пока в темноте, я не хочу оплачивать свет. Пока пусть будет так. Меня радуют, знаете, клиенты, которые с карточкой. Может, все-таки включить свет? А, нет, 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 жрет, жрет много. У нас денег не хватит. Нам нужно еще расширяться. Бля, я тебя не вижу, сука. Ты карточку даешь? Я хочу тебя в темноте сейчас взять лишнюю монету. А ну, а если по 74? Ой, не удалось обмануть его, не удалось. А ведь в темноте можно этого делать. Бля. Ну, неудобно играть на самом-то деле. Ладно, давай включим сейчас свет. Они в темноте там будут нехорошие вещи делать. Есть. О! $8. Неплохо для начала, ребят. Мы так неплохо развиваемся с вами. Мы реально молодцы. Вон у нас клиенты, вон сколько берут всего. Ух ты ж. Прямо раз... Так, 3. Бля, ты охуел. Бля, я охуел, сука. Ой. Ой-ой-ой. Хули такие большие сдачи. Вон бабушка даже пенсионерка. Хотя какая ты бабушка? Да, это бабушка пенсионерка. Вон с карточкой. Уже сейчас с каждой... Ребят, каждый второй пенсионер уже вон с карточкой ходит. А вы все с этими бумажными деньгами. И так тем более с такой огромной сдачей. Вы что, охуели там? Ну, понятно. Так, менеджмент. Мне нужно развитие. Мне нужно... Так, купите, чтобы расширить. Ну, давай купим. Блядь, у меня мало денег. Может быть, кредит взять, да и расшириться? Давай возьмем кредит и расширимся. Хотя я не люблю в кредиты влезать. Бля, ну это слишком дорого. То есть за 25 дней мы должны успеть... Давай маленький-маленький кредит возьмем. Блять, нихуя себе маленький кредит. Ну давай сразу расширимся. Вот сразу, сразу, ребят. Развитие. Сразу. Расширяемся. Вот так вот просто. Раз, полочка. Так. Два, полочка. Раз, два. Свет пока не будем делать. Опа, видишь, какая красота. Теперь, теперь мы просто вот так вот выбираем все. Смотри. Ай, блять. Ладно. Смотри, смотри, сейчас хитрый ход будет маркетинговый. Я тебе сейчас это покажу все. Смотри внимательно и не забудь поставить лайк. Вон у нас магазин, смотри какой. А? У тебя такого нет? Ну ладно. Так, что я хотел? Менеджмент, лицензии. Лицензию на... Подожди. А, все понял, вверху. Лицензия на товар. Давай купим. Опа, вот, вообще просто охуево. Вот так просто. Так, закажем вот это, вот это, вот это. А, блядь, нам холодильник еще нужен. Ладно, похуй, давай пока что купим.
Давай пока что купим. А потом уже у нас хлебом нужно просто запастись. Я считаю, вот хлеба нам нужно вот прям реально много. Настолько много, что... И чокпик, я вижу, у нас сейчас хайпит. Ну, это единственная вкусняшка в моем магазине. Ни конфет, нет, нихуя. Но зато есть чокпик, зато есть чокпик. И маслица. Масло вообще просто у нас дохуеще. Масло вот, ну, бери, смазывайся. Ой, ну, лишнее, ну, ясненько. Так. Блин, я хочу еще... Это хорошо, что у меня полки... Бля, я чуть не выкинул. Это хорошо, что у меня... У меня еще там масло лежит. Ой-ой-ой. Тут еще масло. Давай, возьмем, выкинем коробку. Капец, у нас маслица, смотри. Да у нас просто рай. У нас просто рай этого масла. Бля, чем так медленно бегает? А, shift, быстрее. Давай, пока все пораскладываем. Вот так вот. Быстренько все, быстренько. Это сусу. Сусу так. Красиво вот так вот выложим. Нет, это будет некрасиво. Давай полностью полку уже заполним. Теперь, нам нужна вода, но для воды нужен холодос. Холодос конкретный вот прям такой вот нужен. Вот, ну мне ж не в жопу нужно засунуть. Да, это сыр тоже. Холодос. Бля, мне кредит бесит, конечно. Кофеечек, о. И сейчас выставим цены. Так, кофеек у нас будет стоить, извините меня, дорого. Это новинка. Новинки всегда у нас дорогие в магазине, ребята. В буйне, шопе. И цена маркетинга, ну, поставим, знаешь, сколько? Ну, давай 11. 67, вот так. Ну, неплохая такая цена. Так, здесь мы слишком занизили цену, поэтому нам нужно выставить 6. Ну, давай с 34. Ай, блядь, не 600, а 6.34. Вот. Хорошо. Макароны. Ну, паста с макароны, правильно? Так, накрутим просто 4.05. Ну, такая вот, знаешь, хитрая цена, хитрая. Маслечко у нас дорогущее. Хлебушек у нас слишком дешевый. Цены на хлеб растут, поэтому он будет стоить 5.55. Вот, 3 пятерки. О, красота. Так, мука у нас будет стоить вот так вот, 5.50. Вот, отлично, открываемся, ждем клиентов. Так, что бы еще тут такого? Давай с тобой подумаем. Холодильник один стоит $200. Маловато, накопить можно, реально, продуктов дохуища, я считаю. Тем более, что можно. Ладно, давай пасту. Вот так вот. Все равно, пока никого нет, можно немножечко походить, тут подрассортировать чего-нибудь. Вот, да. Ну, сырочек это у нас, получается, для холодильника нужен. О, нихуя. Кассы за... Что? Ты ебанутый? Иди сюда. Иди сюда быстро, сука. Давай разбираться. Блядь. Не нашел бутилированного... Вода у меня есть, она не в холодильнике. Долбоёб. Долбоёбина кусок. Больше, чтоб я тебя тут не видел. О, кофеёк. Неплохо, мужичок. Мужичок-кофеёк. Так. Бля. Мужичок-кофеёк, класс. Ух ты, нихуя! Блядь, иди сюда, мужик брутальный, иди. Ой, блядь, я его боюсь, ребята. Так, о, клиентики растут, у нас уже 111. Неплохо развиваемся. Так, холодильник я хочу вот поставить сюда, желательно 2. О, нихуя себе ты скупил, молодец. Уважаю тебя, братан, уважаю. Молодец, карточки, все такие умные, все такие классные. Так, покупаем еще холодильник. Этот мужик сейчас возьмет у нас что-нибудь. Давайте, мужики, берите. Так, давай сюда иди. Пробиваем 26.82. Да, мое печатание на клавиатуре это, конечно, пиздец. О, почти накопили. А кредит, интересно, нужно как-нибудь погасить? А ну, мне просто интересно, кредит. Погасите досрочно. Давай, блядь, я так не хочу его погашать. Блядь, я ненавижу кредиты. Блядь, нахуй я так спешу куда-то. Ну, контент нужно делать ребятам на ютубе. Меня все равно никто не смотрит, блядь. Давайте. Ай. Бля, я уже с ума схожу, башкой бьюсь. Давай, заходите сюда на кассу, вот... Блять, почему она постоянно у меня закрыта, а? Сус уберет, блять.
без дачи. Да ёхан, ёпты. 32. Давай карточкой, блядь. Да... Ну, хоть без дачи, молодец. Не закрывай кассу, пожалуйста. Неплохо, все, покупаем холодос. Покупаем холодос. Значит, у нас уже есть один холодильник. Холодильник, я сказал, куда я поставлю его сейчас. Холодильник я поставлю вот сюда. Ну, пока что так. Я немножечко... Блядь, иди нахуй! Ой, наоборот, иди ко мне. Ой, блядь, так. 1.80. Ой, как хорошо работать кассиром, слушай. 2.70. Тихо. Бля, ну, ладно. Значит, что я хочу сделать с полками? Я хочу немножечко в уголочек подвинуть. Пока так. Как бы это уебично не смотрелось со стороны. Но... Блядь, криво, криво. Сейчас подойду, подожди-ка. Ну, вот так вот. Неплохо, ладно, для начала. А сюда тогда холодильник, все, я понял. Давай сюда быстрее, блядь. Да вы заебали со своими сдачами. У меня... Ой, так. Хлеба взял. 38. 90. 38. Блять, нет. Положи на место. Ой. Это пиздец. Я так долго читаю, но мне реально тяжело вначале привыкнуть к этой игре. Мужик, подожди. Сейчас я холодильник поставлю. Сейчас, подожди. Чтоб красивенько у нас в магазе было. Вот так вот. Вот. Смотри, какая красота. О! Опять! Ну, хоть без дачи, ладно. Ой, сука, ненавижу. Ой, нам нужно кредит. Я в долги влез. Ребята, я в долги влез. Это катастрофа. Блять, я сейчас тупо психанул. И просто. У меня 4 дня осталось. То есть мне нужно работать 4 дня усердно. Ты смотри. Какая ситуация-то получается, а? Работать-то нужно усердно. На протяжении вот... 4 дней, блять, а я такую сумму не уверен, что я заработаю. Я не успею погасить, я, наверное, слишком большой кредит взял. Блять. Подожди, у тебя деньги были? 4.50. Ой, это так сложно, казалось бы. Вот, молодец, мужик, берите с него пример, с этого толстяша, пупсика, блять. Ой, свет, еще эти налоги, нахуй я в кредит влез, ребята... Ой, ребята, нахуй я влез в этот кредит. Ну вот кто меня просил? Ну, за что мне такое наказание? Хотел как лучше, а в итоге получил пиздюлей. Пока что. Еще не получил. Да, у нас как бы растет доход, да, прибыль какая-то есть. Бля, надо было воду поставить. Сейчас, мужик, подожди, я воду поставлю, я забыл. Я влез в кредит. Я влез в кредит. Ну это хорошо, что у нас воды до хуища. Хуева, туева туча. Туева хуча. Воды. И сыр. Пока так. Пока так. Блять, я цену на воду не поставил. Возьми по 3. 3.23. А сыр будет стоить тогда 4.34. Вот. Идите сюда нахуй. Быстро нахуй. Выкладываем товар! Ну хоть кофеек взял. 36.02. Надеюсь, ты мне дашь бумажную сдачу. Ой, блядь, сука, наоборот, не хочу. Слишком много. Раз, два, три. Так. Ой. Я не умею считать, ребята, с меня плохой кассир. Да. 60. Короче, нам нужно трудиться. Трудиться настолько сильно, что вот... Пропускаем день. Да, дохода никакого нет, только одни затраты. Но в любом случае цены сейчас вырастут, чтобы погасить кредит. А у нас же еще, подожди, есть... Блядь, только не это, пожалуйста, я не хочу, блядь. Ой, мне как... Ладно, давай пока счета оплатим. Ой, блядь, не хочу. Нет! Ой, блядь, я даже... Ну это лучше бы я не брал кредит, ну реально. Никогда так не делайте. Я расширился слишком рано.
То есть для четвертого уровня, мне кажется, это вообще результат такой. Бля, вот реально, вот как... Давай чуть-чуть муку повысим. Сделаем ее вот такой. Хлеб у нас будет стоить 75. Вот эта хуйня у нас будет стоить. Только не говорите моим клиентам 99. По такой цене. Вода у нас будет дорогущая до 50. Блять, кофе разобрали. Кофеек, вот эти вот, вот эта вот хуйня у нас будет стоить 8. Блять, ты по старой цене взял, еблан! Блять, иди сюда, я тебя нахуй сейчас побью. Нет, мы клиентов не бьем, ребята. Молодец, ладно, тем более без дачи. Разрешаю, молодец. Тебе можно, чувачок, тебе можно. Бля, походу сейчас полки реально опустеют. Ну хоть масло стали покупать, вон ля как. О! Так. Так. Ой. Все. Я хочу когда-нибудь один прикол. Ой, блядь, какой ты деловой, нахуй. Я буду мышкой водить, мне так удобнее. Я не... Ну... Не нашел кофе? Да, подожди, кофе. Мне тут нужно кредит мой... Сколько там долларов этот кредит стоит, интересно, который банк. Осталось 3 дня, блядь, а если реально, вот. Я не успею вернуть. Я, сука, не успею вернуть деньги. А можно продать холодильник? Давайте быстрее покупайте, вы видите, что у меня тут кредит. Быстрее, покупаем, блядь, покупаем. 11.60. Покупаем, ребята. У меня тут кредиты, я в долгах. Это вот пока что не будем продукты покупать. Пока будем так. Пока будем так. Берем. Без дачи. Сахарная пудра. Да подожди, мужик, подожди. Ты себя ведешь как лох, как лошара, как лошидзе. О, давай, бери, сладкий, бери нахуй. Все бери, все. Так, все бери, сука. Все бери. Просто все. Блять, я. Все, все бери. Нарезанный хлеб слишком для меня дорогой. Да иди ты нахуй, дорогой. У вас зарплата, блядь. Ну, понятно, она без дачи. О, пошло дело. Да ничего, погасим. У нас вон водичка есть. У нас вон хлебушек. Ладно, хлеб чуть-чуть понизим, тогда будет 60. Стоит 5. Блять, как же это скучно, сука. А ну. Ой, бля. Как же это скучно. А ну-ка. Но все равно неплохо. Касса заполнена, иди нахуй, никого тут нет. Касса просто закрыта. Один чек-пик берут. Но зато без дачи. Так, касса всегда открыта, вы там выбираете, а я пока вот, ну, склад, ребят, я насчет склада вот просто реально не знаю. Так. Я тут. Так. 2. 55. Лэншер Бип, ты... Спасибо, ребят, спасибо. Я читаю периодически ваши комментарии. Утешаете, просто утешаете. Кредит, я не хочу платить. Мне страшно на эти цены смотреть. Бля, ну подожди. Нам нужно заплатить 465, да? 465. Ну, давай, ну, больше не будем в кредиты влезать. Больше не будем, будем просто самостоятельно зарабатывать деньги, самостоятельно развиваться. Что, мы какие-то с вами, ребят, дураки? Да, мы не дураки. Мы умеем, мы все умеем. У нас все получится. Давай, бери маслечко, бери водичку. Вон там масло с водой. Так. Бля. А чё я туда смотрю? 51. Во, я нубик чуть-чуть. Так, бля, ой. Без дачи, пожалуйста. Да ты еблан, я хотел без дачи. 36. Ай. Придется вот так вот мелочь всю тратить. О, ну зато сейчас они разбирают. Сейчас все будет. Ребята, сейчас все будет. Так. Давай карточку сюда, сейчас спешу с тебя деньги. Бля, все-таки как-то неудобно. У меня так микрофон еще стоит. Не очень, извините, мне удобно. Так. Может быть, вот так вот будет удобнее, ну. Когда боком стоит оно. А, тест. А, нормально.
Пусть будет боком. Так, нормально. Я бы даже сказал неплохо. Блять, здорово. Блять. 11.98. Что ты там смотришь, блять? Пасту, иди нахуй отсюда, блять. У меня тут много кредит. Повышать, ой, наоборот, понижать. А что ты хотела, вот? А как вы хотели, а как вы хотели? Магазин развивается, вот посмотрите, какие мы уже большие, а? А вы так не умеете. Посмотрите, у нас скоро добавятся полочки, вот увидите. В этом видео я вот... Ой, блядь, бутилированная вода для него слишком дорогая. Ладно, понизим чуть-чуть цену. Понизим тебе цену. Зато вот 11.30 теперь нормально. Так, деньги в... Деньги, деньги, деньги. Деньги! Все. Хватит, а то возрастное ограничение поставят, сака. Как же я на них зло. Как же я на них, на всех козлов, на них злой. Сегодня, суки, покупать не хотят, нихуя. 9 часов, а ну посмотрим. Ну слушай, для новичка это, ну, не сказать, что совсем плохо. Отлично. Для новичка это отлично. Так, продолжаем работать, потому что другого выхода нет. Пусть скупают нахуй все, что видят. Поэтому вода у нас пока что, да, ладно. Идет скидка на воду. Небольшая скидочка, вернее, большая, достаточно большая скидка. Так, как по мне, это очень огромная скидка. Бля, как же мне тяжело на это все смотреть, ребята. Поддержите меня лайком. Ой, сука, наверное, никто мое видео опять не посмотрит. Да и хуй с ним. Снимаю чисто для себя тогда. Открой кассу, все. Заходите! Заходите! Ко мне! Заходи, мужик! Иди нахуй! Блять, ты охуел? Заходи в магазин, я говорю. Ой, ой, ой. О, пошло. Не хотят заходить, не хотят. Не хотят заходить. Да. Ничего, отлично, нам хватит. Ой, нихуя себе ты воды понабрал. Питаешься одной водой, ты охуел? А не вредно ли? Нет, на самом деле, ребят, вода это полезно. Это очень полезно. Лучше пить воду. Блядь, 34. Лучше так. Правильно, за здоровый образ жизни, за ЗОЖ. Так. 11.98. Вот я уважаю людей, которые воду мою покупают. Вот бы цену бы на воду бы повысить. И было бы вообще прекрасно. О, мне кажется, сейчас кредитик можно будет как раз таки погасить. Сейчас можно погасить кредит. Давай на это посмотрим, чудо. Так, давай, мужик, заходи. Будем кредитик с тобой погашать. Ты мне поможешь очень сильно. Очень, ты не представляешь, насколько, но ты реально мне поможешь. 88. Иди нахуй отсюда тогда. Раз тебе все дорогое, значит все, можно погасить, я думаю, и тогда начнется продвижение. Все. Больше не будем этим заниматься. Холодильник, все, покупаем продукты, ребята. Ща будет мясо. Ща будет такое мясо. Ах ты ж, сука, что ты мне понизил уровень? Касса закрыта, что вы жалуетесь? Блять, сейчас будет все. Ща будет, ребятки. Бля, 4.01. 4. Сейчас все будет. Будет. Нового года не будет. Новый год будет. Нового года не будет. Так, Сусу. Где у нас Сусу стоял? Ило стояло, Сусу. Блять, где Сусу стоял? Стояло, вот он. Блять, подождите, потерпите, вот дай Сусу. Разгрузить мне. Иду, 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 иду. Иду! Давай, давай. Ах ты ж, сука. Мужик не пропустил женщину. Какой ж ты подлый, а? Извините, вот вам воду пробью за оптимальную цену. Давай быстренько. Давай, пока этот пидорас зайдет ко мне. Давай, давай, выставим. Быстренько все это повыставляем. Вон маслица. Масло очень быстро разобрали. Масло у нас сейчас в спросе. Мукет. Мукет. Подожди-ка, сейчас я еще мукетик.
Так, ну, иди сюда. Воду. На одной воде и масло. Питается, а не вредно ли, чувак? Так, 31. Бля, какой же я медленный. Сука. Ладно. Главное, ни на что. Я просто сейчас сосредоточен. У меня там... дела одни есть важные. Давай вот так все пораскладываем. Теперь возьмем вот эту вот штуку. Чек-пик закончился. Так, и выкидываем нахуй. Ребята, у меня просрочка. Ой, сука, зря я это сказал. Касса заполнена. Вот, 7... А, точно. О, закупилась так неплохо, бабулька. Вот что значит хорошая пенсия у тебя. Так, чтобы еще такого купить нам? Чтобы купить? Купить нужно вот это и кофеечек. Это прям важно. Это прям важно. Кофеек у нас стоял здесь. Сука, не здесь, а вот здесь. Так, а вот это у нас стояло в холодильнике. Сыр весь разобрали. Воды мало. Но в любом случае мы развиваемся. Так. Молодец. 13.60. О, пошло дело. Так, свет включим. Ну, мне же еще нужно погасить эти аренду. Давай быстренько аренду сейчас посмотрим. Бля, а как это? Оплата, оплата. Все, не хочу, не хочу. Блядь, 6 долларов. Ой. Давай хоть кофе сейчас пойдет у нас. Наш любимый кофеек пойдет в популярность. Вот. 23.34. Отлично. Развитие чувствую. Да, лампочек очень мало. А их можно как-то переставить? Можно. Смотри, допустим, одна сюда лампа. Одна сюда лампа. Ну реально их как-то мало вот стало. А эту лампу, пожалуй, мы вот тут посреднимся. Ну хоть более-менее, а то как-то темно совсем. Совсем-совсем уж темно. Возьмем. Давай, мужик, деньги. 28, а ты не охуел такую огромную сумму давать мне? 30. Сюда. Давай один украдем у него. Давай сейчас украдем, а? Это нехорошо, но тут можно. Тихо. Давай, 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 аккуратненько. Здравствуйте. Так. Давай, давай, давай. Так, так, так. Блядь. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Блядь, нет, сука, ты смотри, нельзя. Здорово. 4,66. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хлеб дорогой. Да, надо, ладно, все-таки цену понизить чуть-чуть у клиентов. Очень мало. Клиентов из-за этого очень мало. Давай, ладно, хлеб все-таки у нас будет стоить по старой цене. Одни пятерки у нас будут. Может быть, лампочку купить? Нет, лампочку не будем. Нихуя себе, может быть, реально кредит взять огромный? Нет, я не хочу больше в это лезть. Нам нужен чай. И нам нужно молоко. Нужно, нужно, нужно. В 9 вечера. Никого нету уже и так. Ладно, завершаем день и смотрим на результаты. Неплохо. 24 клиента. Ну, давай пока откроемся. Все равно никого нету. Так, возьмем тогда... Немножечко вот так закупимся. Молочка. Кисленького. И нам нужна вода. Ах ты ж, сука, я на молоко цену-то не поставил. А я думаю, а хули так дорого? Ой, а хули так дешево? Давай хоть на чай поставим сейчас. Чаечек. В буйню заходите, ребят. Так, коробку, коробку. Давайте, вы пока заходите, я цены поставлю. Только молоко не бери. Так, цена будет 3. 23, вот так. Чай у нас будет... 7. 12. Блять, сука! Сука, увидел, что я старую цену изменяю. Ах ты ж пидор, а? Гони бабки. Сука, я тебя ненавижу. Я... Так, давайте у него возьмем все-таки. Извините, но это наглость, это, сука, хамство. Поэтому возьмем с него. А, не, уже нельзя, короче, обманывать их. Ладно. Ну хоть ты, наверное, по новой цене купил. О! Пошло. Пошло. 79. Блядь, 26, 79. Я хотел его обмануть. Бля, какой же я медленный. Бля, это пиздец просто.
Закончилась паста, покупаем пасту. Покупаем пасту, покупаем воду, покупаем яйца. Твои. Пасту я не купил, я купил пасту. Паназати, блядь, понос. Паназати купил. Так, эти мы сюда. Подождите, ребят, подождите, сейчас воды возьму. Давайте, кушайте воду. Ой, воду не кушают, воду пьют. И понос возьмем. Панзати. Ну похуй, назовем его понос. Так. Ты за маслом пришел. Хули ты не под расчет. Блять, на яйца цену не указал. Ёхан, блядь. На яйца вообще цену не указал, забыл. На молоко я указал, на чай указал, а вот на них. Нет. 37,82. Давай. 5,80. Я думаю, ребят, сейчас скоро будем закругляться. Небольшое расширение. Гасим свои долги. Пока из новых такой продукции я ничего не замечаю. Вроде бы бизнес сейчас неплохо так идет, но... Вот все равно, ребят, нужно продвигаться. А поэтому я сейчас хочу купить вот так. Вот так, вот так. Самые такие основные. Кофе купал в цене. Вот так вот закупаемся. Так. 54. Так, ну хоть молодцы, карточкой стали расплачиваться. Научились. Стоп, сейчас я приду. Сейчас, подожди, я хочу разложить тут все. Кофеек у нас вообще закончился, а это самое главное. На яйца нужно выставить цену, это я помню, сусу обязательно. Нужно дохуя. Блять, я чуть не выкинул сусу. Вот там уже клиент. Иду уже. Хули. 77. 66. Медленно уйти. Ты! Да ты молодец сегодня, мужик! Настроение, правда, мне кредит испортил, но все равно респект и уважение. Респект. Респекто за тебе, мой друг. На полке выставляем пока вот эту вот пасточку. Сейчас на кассу припрусь. Масло обязательно. Это у нас прям хит продаж. Вон, видите, как масло они любят. Просто вот смазку эту берут. Надеюсь, мы в будущем будем ее продавать. 91, нихуя себе у тебя пенсия. Завидую твоей пенсии, хотя нет, я зарабатываю больше. Я дед старый. У меня вот бизнес полным ходом, как ты видишь, ее. Поэтому я зарабатываю много. Так. Нет. Ой-ой-ой, как же это тяжело. Я не кассир, ребят. У меня вот, ну, неинтересно мне вот на кассе работать. Ну реально, это не мое. Ну вот серьезно, я вот. Блять, я вот не знаю, вот плохо считаю, очень плохо. Вернее, я считаю хорошо, но пока что путаюсь, пока путаюсь. Блять, вы все издеваетесь надо мной? Почему? Почему? Почему у всех бумажные деньги? Ну, почти у всех. О, неплохо, блять. Мука, срочно муку. Давай, бери муку, еблан. Хлеб. Хлеб вообще никто, он уже там просроченный полностью, никто не берет. Подожди, сейчас я ваш чокпик возьму. Подожди, чокпик, похуй, положим. Блять, положим, давай, все, включай, иду. Ух. Так, жирный уёбок. Платит 23. Так, ты мне платишь. 56. Слишком много дал. Так. Ты мне платишь. 0. Без дачи. Ну неплохо, ладно. Уже лучше. Постепенно вот от кредита отходим. Постепенно отходничок такой небольшой. Все будет охуенно у нас, ребята, с вами. Все будет прекрасно. Касса, он работает. Вон сколько они берут. Нужно пополнение. Так, тем более он без дачи. Макароны дорогие. Охуел. Так. Неплохо, давай до $500 тогда. И купим еще одну полку. Купим еще одну полку. Расставим продукты. Вот. И дело пойдет. Делишки пойдут. Так.
Отлично. Все, последний клиент, наверное, на сегодня. Открытый я. Открытый, заходите. Заходите, я открытый. Ладно, завершаем наш день. Ладно, пока расставим вот эти вот... Чок-пик. Так, скидку надо какую-то делать? Скидку пока что... Хлеб вообще не берут, охуели. Понизим, понизим, да, 45. Ну, я не знаю, они, ну, вот реально не хотят брать хлеб, не хотят. Масло у нас мне не нравится, оно должно вообще стоить за 6. 6-10 должно стоить масло. То есть у нас подорожало. Вот, и смотрим, сколько мы заработали. Я думаю, мы много. Вот, ну, клиентов 26 пока что. Открываемся. Чего у нас не хватает? Чего у нас не хватает? Блять, у нас не хватает сыра, у нас не хватает яиц вроде бы. Подожди. Давай вначале сыр, потом посмотрим. Молоко возьмем, вот это, вот это, вот это. Ну, по классике все, как всегда, берем. Вот. Кофеечек. У нас его много. Запас такой, неплохой такой запасик. Чай. Чай разбирают, как не знаю кто. Запас чая также у нас имеется. Выкинем пока. Иду. Так. Мука, мука. Муку нужно. Подожди, я уже тут. Иду, иду. Подожди. Сыр нужно еще положить. И цену на яйца поставить. Подожди, подождешь меня, долбоёб. На яйца 5 ставим, ну его нахуй. Сейчас молоко внизу тут растаем. Бля, надо было сыр расставить, они же будут теперь жаловаться. Вот, идиоты. Ладно, я не против. Бля, 90. Я не против. Ну, я уважаю тех, кто карточку берет. Ладно. Еще тогда, ребят, чуть-чуть, давайте этот день один купим. Давай сразу купим полку. Сразу купим одну полочку. Денег у нас хватит. Вот, кассир тем более. Денег у нас вообще просто хватит. Развиваемся, развиваемся. Давай, сейчас я полку поставлю. Смотри, какая красота. Хоп, смотри. Вот так холодильничек у нас, о, полочка у нас, ух, неплохо магазин уже становится лучше, как можно заметить, 0,9, магазин вот реально становится лучше, сыр, пока что полежит пусть тут, просрочка новая у нас добавилась, покупайте просрочку, я не против, 7, 12, лень на клавиатуре печатать, вот, бля, 95. Надо было десятку дать, ладно. Я еще плохо ориентируюсь, вот этих вот путаюсь. В центах и доллар. Мне кажется, мелочь это и есть доллар там. У них свои там проблемы. Бля, что я говорю, нахуй. Еще один денек, ребята, и уже закругляемся. Но мы неплохо так... А, иди сюда, сука, мы не закрылись. 20-90. Так, что, чего не хватает? Чего не хватает? Так, полки пустеют. Не хватает пасты. Не хватает пасты и муки. Не хватает пасты и муки. Нужно прям конкретно... Не, мука есть, мука есть. Давай на эту полку, чтобы она не казалась пустой. И давай пасту вот сюда. Так. Тяжело, ребят, становится. Уже чувствуется ответственность такая сильная, серьезная, я бы даже сказал. Ответственность. Закажем маслица нашего любимого. Потому что оно сейчас... О, молодец, сколько набрал. И сусу. Хотя сусу он... Это хуйня. Не берут, не берут. А, сусу не берут что-то. Обидно. Даже как-то. Ну ладно. Наверное, просрочка какая-то. Так. Бля, иди сюда. Я... Ой-ой-ой-ой-ой. Молодец. Вот стоит мне только уйти, как они сейчас ко мне доебутся, да. Подожди. Возьмем вот этих вот еще. Мишку возьмем. Давайте его не будем называть Чок-Пик, а назвать будем Мишка. Мишку возьмем. Так. 6. 15. Надо Мишку. Мишки мало. Ну, вернее, его много, но пока вот так вот растаем. Его должно быть много. Вот масла мало, очень мало. Надо еще масло заказать.
Надо прям полку нахуй забить этим маслом ёбаным. О, давай, мужик, иди ко мне. Ах ты, сука, не хочешь. Чего нет, того нет. Так, ну сыр, я знаю. У меня холодильник нужно пополнить. Вернее, мне нужен новый холодильник. Вот, поэтому я тут немножечко не виноват. Но неплохо. Бизнес идет. Возьмем сахарную пудру. А, Сусу, это сахарная пудра. Бля, пон. А я думал, это хлопья какие-то, а это, оказывается, пудра. Хлопья это у нас мишка. Я понял. Блять, еще вот эти заплатить. Блять, это пиздец. Кассир, ну рано, склад надо купить. Вот срочно, прям, мне нужен склад. Мне реально нужен склад. Давай до 9 часов. Я думаю, закруглимся. 13, 20. Да, опыт нужен кассира. Я должен быть опытным кассиром. Давай, бери, вон у них вода заканчивается. Получается, когда кто-то возьмет эту бутылку, мы сейчас быстренько положим туда сыр. У меня дохуя молока сейчас. Чайка. Дохуища. Молочка. О, 24. Дохуища чайка, молочка. И вот сыр нужен. Сыр пока некуда, ну ладно. Сыр пока временно поставим сюда. Разбирайте, мои дорогие друзья. Блять, иди сюда. Давай, блядь, ну надо было с верхней полки взять. Ой, да что ж такое-то с вами? 87. Опыта мало, ребят, опыта мало. Так, молодец, много покупаешь. Это последний клиент на сегодня. Угу. 09. Все, итого, ребят, а, нет, еще. Итого, ребят, каков итог? Сейчас. Быстренько закупимся. Вот. Нажмем пропустить день. Мало, очень мало. Хуёво. 25 клиентов, очень мало. Для магазина, для моего. Ну ладно. Лицензии, вот счета нужно оплатить за то, что я нахуй, ну, понятно. Так, и теперь просто покупаем масло, эту, хлеб, который вырос в цене. Это покупаем, это. Воду покупаем. Ну, в общем, вот так вот закупаемся. С запасом таким хорошим, я даже бы так сказал. Воду у нас нужно переместить на нижнюю полку. Так. Тогда сыр. Подожди. Нет, неправильно. Тогда сырочек мы вот сюда. На эту полку. Остались вот эти вот яйца. Можно было свои, но ладно. Сусу мы, давай для разнообразия, сусу мы поставим сюда, чтобы полочка была. Пока что у нас ничего не забивается, сортировать ничего не нужно. Масло просто дохуище. Мы еще сейчас закажем масло. Хлеб у нас просто в тренде. Запас на зомби-апокалипсис. Молоко у нас, молока тоже дохуище просто. Оно стоит у меня на солнце, в тепле. Панзатти у нас вообще закончились. Надо бы его на будущее взять. Чаечек у нас тоже находит место на полочке. И кофеечек, да? Нет, и эти яйца, да. Тоже тухнуть будут сейчас. Но это хорошо. А, вот же у нас кофеек. Ну и давай чуть-чуть вот сюда. О, красота! Ребят, красота! Вот, как-то так. Давай сейчас посмотрим, как это будет смотреться со стороны. Ну, слушай, смотри, это, блядь, это неплохо. Получается, у нас неплохой такой магазик. Я бы даже сказал такой, ну, развивающийся. Развивается нехило. Развивается очень хорошо. А я могу запрыгнуть чуть повыше, мне хочется. Мне нужно ракурс красивый выбрать. О, кайф просто. Класс. Ну а на этом все, дорогие друзья. С вами был Эншер Бип. Всем удачи, всем пока. Вот, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если вы хотите продолжение. Пока, все, давай.